Стартовал комплексный ремонт одной из самых центральных улиц Самары, улицы Молодогвардейской, на участке от Невской до Вилоновской. В настоящий момент выполняется укладка нижнего выравнивающего слоя основания проезжей части. Толщина его 6 сантиметров. После выполнения этих работ начнется укладка основной асфальтобетонной смеси. По гарантийному обязательству дорога с таким покрытием должна прослужить не менее 5 лет. На дорожную разметку подрядчик дает гарантию в 2 года. Работы по ремонту улицы Молодогвардейской планируется завершить до 31 октября этого года. Администрация городского округа Самара понимает всю тяжесть, которая в связи с ремонтом происходит, загруженность объектов. Поэтому основные работы по проезжей части, такие как укладка асфальтобетонных смесей, производятся ночью. Но все равно, чтобы все работы закончить в срок и с надлежащим качеством, некоторые работы приходится выполнять днем. То есть те работы, которые ночью в принципе нельзя выполнять.